Появилась официальная статистика наркомании. В Одессе проживают более 20 тысяч наркозависимых. Наш город посетил международный эксперт по борьбе с наркозависимостью Джейкоб Хубер, чтобы поделиться практическим опытом с полицейскими и неправительственными организациями. Он рассказал, что в 8 городах Швейцарии работают 23 легальных центра безопасного приема наркотиков. В таких зданиях несколько небольших кабинетов, похожих на медицинские, где наркоманы могут сделать себе инъекцию без риска быть зараженными. Для этого им выдают листы, алюминиевые фольги, одноразовые шприцы, трубки для ингаляции и другие принадлежности. За 30 лет работы таких учреждений уровень наркопреступности снизился на 70%, уменьшилось и количество зависимых. С улиц исчезли люди, которые употребляли наркотики no в общественных more, местах. Consumption in the parks. Больше парки тоже освободились от наркоманов. HIV infection stopped. Прекратились случаи инфицирования ВИЧ. Overdose in deaths we stopped more or less. Тоже можно сказать о передозировках, их количество резко уменьшилось. Швейцарец уверен, если Украина применит их модель борьбы с наркозависимостью, это очистит улицы Одессы от маргиналов, уменьшит риск заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитом, а также снизит уровень преступности.